Еще 8 юных жителей городского округа стали полноправными гражданами Российской Федерации. Церемония вручения паспортов состоялась в картинной галерее. Получать первый документ в торжественной обстановке юноши и девушки пришли вместе с родителями. Волнение, то, что вступает в новую жизнь. Полноправный гражданин России, этим горжусь. С очередным важным этапом в жизни юношей и девушек поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Паспорт – это документ, который, в принципе, обязывает неким законодательным актом, который принят в Российской Федерации, им следовать. То есть, ну, паспорт – это, если хотите, некая гордость за то, что вы являетесь гражданами великой страны. Вместе с паспортом юным люберчанам вручили поздравительные адреса губернатора Московской области и главы городского округа Люберцы. Получать первый документ в торжественной обстановке могут все подростки. Для этого при подаче заявления в МФЦ необходимо сообщить о своем пожелании.